bitches, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. Итак, я сейчас позавтракаю и начну читать, и вообще расскажу, в чем заключается данное видео. Теперь голова обредана, что ж такое? Всем привет, и сегодняшнее видео будет посвящено чтению книги, а также проведению моего типичного дня, но с учетом одного челленджа. Я решила посмотреть, чем мне придется пожертвовать, если я буду читать одну целую книгу в день. Сегодня мы с вами будем читать вот эту вот книгу, которая называется «Сила подсознания». Я ее буду читать осмысленно, то есть нигде не перескакиваю, как я делаю это обычно, потому что бывают те мысли, которые я уже знаю. Сегодня же я буду вам показывать что-то новое, какие-то советы из этой книги, чтобы вам также было интересно и в какой-то степени познавательно. Хотя я понимаю, что это мотивационная книга. В последнее время такие книги я реже начала читать. Я сейчас читаю художественную литературу. И у меня, к сожалению, нет художественной литературы в бумажном виде. Я читаю все на планшете сейчас. Но все же я решила взять вот такую вот бумажную книгу, чтобы мы видели с вами четкий процесс чтения, то есть все странички, на которых я буду останавливаться, потому что iPad все равно перестраивает под себя как бы книгу, и там странички получаются намного меньше, их намного больше, и так будет не особо понятно. Поэтому я решила выбрать вот эту книгу. У меня в бумажном виде осталась непрочитанная только она. У меня еще есть, конечно, одна книга, но она очень большая, и я думаю, что мы не успеем ее точно за день прочитать. Это, конечно, тоже, в принципе, как бы, если так по стандартам не маленькая, да, 500 страниц в ней, но все же я думаю, что мы должны с вами успеть. И посмотрим, чем же я буду сегодня жертвовать для того, чтобы изучить ее за сегодняшний день. Так, что я могу сказать? Я за сегодняшний день успела только сделать английский. Также с утра я выложила пару историй в Инстаграм. Но, в принципе, я больше ничем не занималась, только выгуливала Арника. Вот, поэтому сейчас время утреннего чтения, потому что утром я сегодня специально не читала, а решила начать чтение вместе с вами, чтобы было видно наглядно мой процесс, как я двигаюсь, где я останавливаюсь и так далее. Итак, чтобы меня ничего не отвлекало, никакая работа, никакие сообщения, приходящие на почту, я закрываю свой компьютер. И давайте прочитаем хотя бы, сколько тут можно прочитать страниц. Давайте 100 прочитаем. Я думаю, это будет достаточно для начала. Так, у нас сейчас 13:57. Давайте начинать. Знаете, как мы с вами будем делать? Чтобы вы видели, что я действительно читаю эту книгу. Конечно, многие, возможно, не понимают, что это в моих интересах прочитать данную книгу. Вот, поэтому я буду вам показывать интересные находки, а также выделять какие-то места, которые мне, возможно, покажутся интересными и которые будут полезны вам в какой-то степени, возможно, не знаю, может быть, кто-то это все знает. Я буду выделять, в общем-то, вот такими вот текстовыделителями и буду вам показывать, что же нашла я интересного в этой вот книге. Перед этим хочу поделиться с вами своей находкой. Это новая программа для редактирования PDF-файлов, которая называется PDF-элемент. Сразу хочу сказать, у меня был не очень опыт в использовании Word, документов и подобных программ, но эта программа изменила просто мое отношение ко всем подобным программам. И так как я на данный момент создаю свои продукты, мне эта программа была просто на все 100% необходима. Но сейчас давайте я вам наглядно продемонстрирую, как же она работает. Я, например, чаще всего редактирую здесь PDF.
файлы, потому что я читаю литературу, в основном школьную, и сейчас я вам покажу мои любимые функции. Во-первых, это текстовая выноска. Я очень люблю пользоваться ей для того, чтобы отмечать описание героев, их слова и всякое подобное. Я просто обожаю выделение текста, то есть это как текстовыделитель на бумаге, только в PDF-файле. Все потому, что он как раз-таки не перекрывает текст, а идет чисто под ним. И также можно заметить, что здесь есть достаточно много других функций. Самое главное, что мы можем конвертировать наши файлы, то есть совершенно разные форматы. Например, я сейчас выбрала формат doc, и на самом деле это просто нереально полезная функция, все потому, что иногда, когда я приходила в школу, мои рефераты просто-напросто не читались, потому что компьютеры не всегда могут открыть ваш формат. И эта программа просто меня спасла, потому что теперь я могу насохранять просто во всех форматах и знать, что мой проект точно откроется. Если что, все ссылки я для вас оставила в описании, вы можете перейти и легко все скачать. И также там есть 40% скидка на лицензию. Итак, знаете, что я решила? Я думаю, что я сейчас включу себе Forest, потому что не зря же он у меня скачан. Почему бы и не включить его? Давайте поставим, наверное, на 60 минут. Я думаю, нам должно хватить. Возможно, даже придется использовать больше времени, но пусть пока будет 60 минут. Садим дерево, и у нас уже 14:06. Я прочитала 14 страниц. Итак, к сожалению, мне не удалось дальше прочитать книгу, потому что я вспомнила, что мне срочно нужно выложить сегодня влог, который я не выложила вчера, так как я вчера очень рано заснула. Поэтому сейчас я его быстренько буду ставить и просматривать, иначе моя вчерашняя работа накроется медным тазом. Мне, конечно же, не хочется, чтобы так произошло, поэтому давайте сейчас быстренько все сделаем. Единственное, что я сейчас могу сказать на данный момент, это то, что... Получается, для книги нужно выделять определенный промежуток времени, когда вы свободны от всего, допустим, пусть будет это утро или пусть это будет вечер просто, а не так, как я сейчас просто вот села читать посреди дня книгу и читаю. Так не пойдет, потому что появляется сразу куча дел, которые вам нужно выполнять в течение дня, но вам надо читать книгу. Потому что появляется сразу куча дел, которые нужно выполнять в течение дня, и, собственно говоря, поэтому для книги лучше выделять или утро, или вечер, когда вы вообще полностью свободны. Извините за посторонние звуки, я не знала, что у меня громкость настолько включена. Все, я монтирую. Я выложила, сделала обложку, справилась. Я сколько у нас сейчас время? Где посмотреть? Не знаю. Окей, здесь. У нас сейчас 15:20, и я буду продолжать читать. Что это будет так сложно, но я прочитала всего лишь сколько, 50 страниц вроде, и могу сказать, что начало безумно неинтересное и в каком-то плане сложное, вот, и слишком заумное. Мне кажется, ну, как бы, чтобы все понять, можно было обойтись и без этого. Кто читал эту книгу, напишите, как вам, но для меня сложно. Я сейчас делаю интеграцию. Я пришла на кровать, буду делать это здесь. Сложно,
Ну, поправимо. Ну что, у меня тут снова монтаж, только в этот раз монтаж интеграции, потому что мне ее нужно скидывать на согласование. Сейчас я ее доделаю и опять же продолжу чтение. Так, ну что, давайте будем продолжать чтение. Я остановилась вот здесь. Я очень надеюсь, что до конца дня я все-таки дочитаю это, потому что дела нереально много. Читать нужно, потому что у нас с вами челлендж прочитать. Правильно, правильно, мы должны его сделать. Итак, я уже выложила рекламу. Сейчас буду пить снова кофе. Да. Просто когда в доме появляется молоко, это все меня разносит. Я могу выпить 2 чашки кофе за день, а потом вообще его не пить неделю, потому что оно мне просто-напросто надоедает. Окей. И также у меня тут блинчики с сыром. Ну, то есть не с сыром, а с творогом. Сейчас мне нужно будет скинуть справку о том, что я действительно поступила в тот вуз, в который я написала для моей школы, потому что нас попросили. Я думаю, что для удобства я сейчас все отсканирую просто, и так будет намного проще. Все это делать я буду через заметки, потому что здесь есть такая крутая функция, которую я недавно узнала. Вдруг кому-то тоже пригодится, вот просто нажимаем сюда, и у нас открывается сканер документов. Итак, ну что я могу сказать, у меня прошел урок по английскому с репетитором. Как вы могли заметить, у меня уже за это время довольно-таки хорошо стемнело. Я уже зашторила все шторы, и сейчас у меня такая атмосфера, как из сериала «Эйфория». И мне кажется, до самого вечера, до самой ночи, до момента моего отхода, так сказать, в кровать, мы с вами будем читать эту книгу, потому что, честно говоря, я не успеваю ничего. Мне хватает часа в день читать, и все. То есть, как бы, целая книга за день, ну, это неправильно, и тебе очень быстро надоедает, лично в моем случае. Что я вам могу сказать на данном этапе? Все очень сильно повторяется. Вот я прочитала уже 200 страниц, и практически все просто как-то перефразировано, переформулировано. То есть читать не особо интересно. Не знаю, возможно, во второй части что-то изменится. Тут уже совсем скоро вторая часть. Сейчас вам покажу содержание. Как бы все главы, все подпункты, они очень сильно похожи. Автор, конечно, вначале сразу, как бы, так сказать, оправдался, что если я повторяю какую-то мысль несколько раз, значит, я хочу, чтобы вы ее усвоили. Но я ее усвоила еще на 50-й странице. Поэтому можно было так сильно много не печатать. Вот такие вот дела, но это все-таки книга о саморазвитии, это не художественная литература, поэтому это было, в принципе, в какой-то степени и ожидаемо. Знаете, в какой-то степени я даже рада, что я не начала снимать это видео с самого утра,
когда у меня была моя, так сказать, утренняя рутина, но она не рутина, но мои утренние практики, потому что если бы я начала читать эту книгу именно в этот момент, мне кажется, я бы не сделала ничего. Не получилось бы, не успела бы сделать английский, немецкий и так далее. Сейчас я как раз-таки старалась успеть сделать все дела к вечеру, что у меня, в принципе, довольно-таки удачно и получилось. Сейчас собаку выпущу. Входи. Поэтому сейчас у меня как раз-таки есть для этого время, и мы с вами продолжим чтение. В общем, я сейчас уже читаю почти 3 часа. Я думаю, что мне понадобится еще столько же, чтобы дочитать эту книгу. Не знаю, посмотрим. Сейчас буду засекать, наверное, Форест на час. Потом немножко отдохну, возможно, переключусь на какую-то другую задачу. И мы с вами продолжим потом еще раз читать. Потому что мы все-таки добьем это сегодня. И посмотрим, в котором часу я закончу это. Я выключила свет. Алло. Алло, привет, он. Тебя что, разбудил? Нет. Как дела? Стоп, мы с вами не поставили Форест. Как я и говорила, ставим на 60 минут. Я думаю, нам хватит пока что. Ребят, мне осталось дочитать послесловие, оно тут буквально на 10 страничек. Вот это все остальное, предметные указатели, больше ничего в книге нет. В самом конце написана основная мысль этой книги, и именно ее я вам хочу сказать, потому что все описанное здесь в начале — это теория, то есть как бы вам рассказывается, кто мы такие, что такое квантовое поле со стороны точки науки. Сама же практика находится в третьей части, ее я буду пробовать, поэтому я вам не могу на данном этапе сказать, в чем она заключается, потому что все-таки я советую прочесть эту книгу. Да, вначале мне было сложно, к 200-й странице я уже пришла, мне все еще было сложно. Вторая часть мне показалась уже более такой значимой во всей книге, и я думаю, что вот именно на данном этапе я советую ее прочитать. Да, здесь много воды, потому что эта книга по саморазвитию, здесь действительно, ну, просто можно было выкинуть, ну, хотя бы одну третью часть книги и оставить практику, и оставить краткое содержание, то есть краткие исследования с точки зрения науки. То есть очень много было таких очень подозрительных моментов, но все же как бы книга тоже внушает доверие в каком-то плане. И до этой книги я, в принципе, была творцом своей реальности. Это как бы я никогда, в принципе, и раньше не обращала внимания на какие-то внешние факторы. Я всегда верила в позитивную сторону. То есть, как бы то, о чем я думаю, оно всегда мне воссоздаст. Главная мысль, которая написана в послесловии, давайте я вам только ее прочитаю. Да, я, конечно, говорила, что я буду вам показывать то, что я выделяю, но не вижу в этом смысла, потому что практическую часть я очень много выделяла, потому что я ее буду пробовать. И как бы какой смысл ее рассказывать, если... Ну, эта книга не для того, чтобы ее быстро пересказать, ее надо все-таки прочитать, я считаю. Так вот, каждый из нас — многомерное существо, самостоятельно творящее свою реальность. И это правда. Если вы, конечно, не согласны с этим, напишите в комментариях. И отвыкая от себя, вы должны лишиться разума и создать новый. То есть, если мы хотим создать какую-то свою реальность, свое будущее, мы должны поменять свои установки, мы должны поменять свое мышление и прийти к этому постепенно. Я, в принципе, дочитаю послесловие. Тут есть еще какое-то приложение. Его я тоже, скорее всего, прочитаю. В общем, тут буквально 10 страниц осталось. Я думаю, что сейчас я их разгребу и буду отправляться спать, потому что у нас уже 21-22. 21-21 только что было, ладно, 21-22, ничего страшного. Я буду ложиться уже скоро спать, потому что книга, в принципе, закончена. Я не знаю, что здесь еще сказать. Советую ее к прочтению. Не убираю палец, потому что закладка.
Надо дочитать. Итак, в итоге я хочу сказать, что читала я в общей сложности где-то около 6 часов, возможно, даже больше или меньше, не знаю, я точное время прям не засекала. Если вы читали, кстати, эту книгу, пожалуйста, напишите в комментариях, и до новых встреч, всем пока! Make us more